Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Огонь и клубы дыма. Сегодня на Супсехском шоссе пожарные тушили возгорание ангара с техникой. Теперь скорая помощь еще быстрее. Автопарк анапских медиков пополнился новыми автомобилями. Новые сказы о современных богатырях. В Анапе прошел концерт писателя и композитора Владимира Никитина, прославляющего героев наших дней. Сегодня в районе Супсехского шоссе загорелся ангар с автомобилями и газовыми баллонами. Счет ущерба идет на 1 000 000 рублей. Причиной возгорания, вероятнее всего, стала халатность одного из арендаторов помещения. Пожар начался сегодня утром на площади около 400 квадратных метров. Первые пожарные расчеты прибыли через 4 минуты. В ангаре и рядом с ним на момент возгорания находилось 8 автомобилей. 4 из них – легковой, 2 автобуса и эвакуатор – сгорели. Еще 4 машины удалось спасти. Пострадавших нет. У здания обвалилась крыша. Вероятнее всего, ангар восстановлению не подлежит. По предварительной версии, один из арендаторов нарушил правила противопожарной безопасности. В холода он отапливал помещение печью, которая работала на отработанном масле. Сил и средств было достаточно, пожар распространения не получил, локализация пожара была своевременная, через 30 минут, ну и, соответственно, ликвидация, проливка опасности. Это находящиеся там баллоны кислородные с пропаном, еще были баллоны. Баллоны не взрывались, мы их выносили и своевременно были эвакуированы из горящего здания. Опасность предоставляла техника, которая повреждалась. Взрывались емкости небольшие с горючей жидкостью, баки топливных автомобилей. И о главных новостях с аппаратного совещания в администрации. В структуре администрации города произошли кадровые изменения. Об этом сегодня доложили на аппаратном совещании. С 8 февраля на должность заместителя главы принята Светлана Яровая. Она будет курировать правовое управление, вопросы архитектуры и градостроительства. Также она исполняет обязанности первого заместителя главы. Перераспределены обязанности между другими заместителями главы. Так, Анжелика Базунова курирует жилищно-коммунальное хозяйство и транспортную сферу. Олег Костенко – санаторно-курортный комплекс, сферу торговли и потребительского рынка. Организационную работу администрации, кадровую политику и взаимодействие с общественными объединениями и правоохранительными органами контролирует Владимир Забураев. В обязанностях других заместителей изменений не произошло. Традиционно на планерке звучали поручения и задачи, касающиеся всех сфер жизни города. Одно из них озвучил замглавы Олег Костенко. По поручению Сергея Павловича, значит, поставлена задача разгрузить Пионерский проспект, в том числе Симферопольское шоссе. Юрий Григорьевич, вам поручение проработать с черноморскими скоростными линиями возможности курсирования такси, морских такси, которые будут ехать от причала Витязева, причал наш в центре города и Утриш. То есть, если люди будут знать, что им можно спокойно, благополучно прибыть на катере, который будет расписан и все остальное, то ему не будет необходимости стоять в пробках на Пионерском проспекте по часу и ждать, когда же он все-таки доберется в город. Александр Колесников сообщил о том, что по прогнозам синоптиков морозная погода продержится до конца недели. В связи с чем прозвучало поручение всем ответственным службам и управлениям усилить работу по обеспечению безопасности на территории курорта. Анапская скорая помощь стала еще более скорой. Автопарк медучреждения пополнился новыми автомобилями. Всего в прошлом и в этом году за счет федерального и краевого бюджета в Анапе появились 7 новеньких карет скорой помощи.
По федеральной программе курорт получил 3 машины. Это автомобили, оснащенные всем современным оборудованием, которое необходимо для работы как врачебных, так и фельдшерских бригад. Кроме того, в прошлом году за счет средств краевого бюджета анапским медикам в помощь пришли еще 4 автомобиля высокого класса проходимости. В салоне каждой также есть все необходимое для оказания скорой медицинской помощи. В рамках поручения мэра города развивать медицину на селе большая часть машин направлена в сельские округа. Сейчас все автомобили фактически уже в работе. Мы поменяли старые автомобили на подстанциях поселка Виноградного, Витязева, поселка Супсех и Юровки. Также несколько автомобилей работают на центральной станции. 7 новых автомобилей, конечно, помогут нам справиться с работой, особенно в курортный сезон. Новая машина, которую мы получили на той неделе, будет поставлена для работы в педиатрической бригаде. И я думаю, что это поможет нам справиться с курортным сезоном. Всего Анапу и района обслуживают 21 карета и 16 бригад скорой помощи. Медики говорят, что в межсезонье этого вполне достаточно, а вот на летний период количество бригад увеличивается. Оперативно получить можно не только скорую неотложную помощь, но и диспансерную. В рамках краевой профилактической акции «Кубань против рака» с 4 февраля по 7 марта в Анапе проходят недели мужского и женского здоровья. Попасть на прием к специализированным врачам можно совершенно бесплатно и без направления. Неделя мужского здоровья продлится до 17 февраля. Прийти на прием рекомендуют мужчинам старше 50 лет, так как они находятся в группе риска и часто не обращают внимания на первые симптомы. А как показывает практика, именно ранняя диагностика позволяет не допустить развития заболевания и максимально эффективно провести лечение. За 10 дней мы посмотрели 349 мужчин. Из них проблемы со здоровьем были выявлены у 55 человек. Большая доля – это заболевания предстательной железы у 39 человек, что составляет 16%. Недели женского здоровья пройдут с 18 февраля по 7 марта. Проверить себя рекомендуется женщинам старше 40 лет. В случае подозрения или выявления заболевания пациенты будут направлены на дальнейшее обследование и лечение в онкодиспансеры Новороссийска и Краснодара. Всех желающих принять участие в акции ждут в 106-м кабинете городской поликлиники. Юные анапчане слушали сказы о современных русских богатырях. Так их называют писатель и композитор Владимир Никитин. Его концерт прошел в Центре культуры Родина. Там же представили 2 книги о современных героях. Не дождался чуток своей славы. Ты вскочил на коня. Это можно назвать современной версией былин. Владимир Никитин пишет баллады о героях и их подвигах. Есть те, что посвящены морякам, затонувшим под лодки «Курск», 35 казакам, которые погибли в неравном бою в районе станицы Небрежаевская. Помимо этого, он пишет книги о героях. Сегодня представил 2. Об Александре Прохоренко, который в минувшем году в Сирии попал в окружение боевиков и вызвал огонь на себя. А также о спецназовце Андрее Туркине. Он погиб, закрывая с собой заложников во время штурма школы в Беслане. Помимо книг о кубанце, сняли фильм. Его показали юным анапчанам. Дети должны знать историю. И детям события эти, они воспитывают в детях чувство любви к родине, чувство любви к ближнему, самое главное. Андрей родился в Орске. Школу, затем профтехучилище, окончил в станице Динской. Учился в институте в Краснодаре. На службу в группу «Вымпел» поступил в конце 90-х. Мать героя, Валентина Туркина, сегодня живет в Анапе. Она говорит, что у Андрея было обостренное чувство справедливости. Он занимался спортом, любил животных. Это уже 3-й показ фильма. Первый был в Динской, 2-й в Беслане. Где бы мы ни показывали этот фильм, очень все слушали, затая сердце, со слезами на глазах. Очень трогательный фильм, поучительный фильм, и познавательный, и поучительный. Так что обязательно надо пропагандировать нашей молодежи таких ребят, как Андрей, чтобы они брали пример с него, спортом занимались и любили свою родину. Алена Карпенко из Гастагаевской учится в казачьем классе. Говорит, что от просмотра фильма у нее смешанные чувства. С одной стороны, гордость за земляка, с другой, обидно, что погиб такой человек. Надо быть смелым, умным и хорошим человеком, никогда ничего не бояться и
выступать за свою родину. Основная цель таких мероприятий – рассказать молодежи ту часть истории страны, в которой есть продолжатели традиции русских богатырей, сражающихся за правду. Воспитанники казачьих классов посетят Мамаев курган и другие достопримечательности города-героя Волгоград. Группа отправилась сегодня поездом. Поездка организована районным казачьим обществом в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В ней принимают участие отличники из 7-10 классов. Ребят сопровождают педагоги, казачьи наставники и атаман районного казачьего общества. В увлекательном путешествии ребятам предстоит провести около суток. Далее 3 дня патриотической и культурной программы. Школьники посетят музеи и театр, увидят город, а также побывают на Мамаеве кургане, где находится знаменитый монумент «Родина-мать». Мы хотим приобщить наших детей, расскажем им про, как наши деды, прадеды воевали, отстаивали интересы нашей Родины, тогда Советский Союз, героические поступки наших русских воинов. Тем самым предъявляем им как патриотизм, скажем так. Вот. Мы деткам пообещали, в общем, каждый год проводим спартакиаду, на спартакиаде обещаем им интересную поездку. Прошлый год мы были в городе Керчи, город-герой, позапрошлый год в городе Севастополе, в этот раз решили покорить город-герой Волгоград. По словам организаторов, на этой поездке они останавливаться не намерены. Если все удачно сложится, то в следующем году казачья группа совершит своеобразный поход в город-герой Москву. Лучшие номера на патриотическую тематику анапчане представят на зональном этапе фестиваля «Пою мое отечество». В Анапе гала-концертом завершился муниципальный тур. Возраст участников от 14 до 25 лет. Это один из лучших номеров муниципального этапа героико-патриотического фестиваля «Пою мое отечество». Из 40 участников в финальную часть вышли обладатели первых 4 мест среди солистов, ансамблей и танцевальных коллективов. Действительно, это настоящий уровень. Ребята, спасибо большое, что приходите. Мы поем свое отечество. Мы любим его, мы любим свою родину. Разрешите от имени нашего мэра Сергея Павловича Сергеева поздравить всех вас с победой. Эти песни, которые вы сегодня поете, петь без души просто невозможно. Ольга Саурская, ученица школы номер 6, заняла 1-е место среди солистов. Девушка получила общее музыкальное образование 5 лет назад. Подготовиться к конкурсу помогали педагоги из школы. Было очень волнительно, поскольку времени на подготовку было мало. Также была очень сильная конкуренция, были хорошие соперники, с которыми было интересно соревноваться. Конкурс, в принципе, прошел замечательно. Я всем очень довольна. В этом году профессионализм исполнителей песен был более высоким. То есть ребята шли на конкурс подготовленными. Этот конкурс уже получил большую популярность и думаю, что станет только качественнее и лучше, более масштабнее. Победители представят город-курорт на зональном этапе в Новороссийске. Организаторы надеются, что анапчане выступят и в финале, который состоится в мае в Краснодаре. И в завершении выпуска новости спорта. На минувших выходных в спортивно-учебно-оздоровительном комплексе «Волейград» стартовал финал первенства России по волейболу среди девушек. В Анапу съехались 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Татарстан, Хакасия, Краснодарского края и других областей и регионов России. В составе сборной Краснодарского края наши землячки – воспитанницы спортивной школы «Олимп» Анастасия Лысенко и Дарья Бобрикова. В первый день соревнований наша команда померилась силами с волейболистками из Самарской области. Со счетом 3-2 кубанские спортсменки одержали победу. Тренер сборной Кубани Татьяна Боговская высоко оценила хорошую подготовку анапских волейболисток и их вклад в общую победу. На второй игре команда Краснодарского края уступила первенство волейболисткам из Москвы. А вот команду Московской области обыграла, что называется, в сухую. Счет 3-0 дал возможность войти в первую восьмерку команд турнира. Впереди у волейболисток еще 3 игровых дня, по итогам которых будет сформирована сборная команда России. В июне ей предстоит сразиться с сильнейшими волейболистками Старого Света на первенстве Европы.
Далее информация от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Также партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Программа «Детокс. Очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени, электрокардиограмма, внутривенное детокс-очищение, нейрофизиологическое обследование, рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19.